описываю. Там начиналось все с этого. Хейла вон не стали париться во втором сезоне. Чтобы много персонажей не придумывать, сделали черного негра кальбиноса гея. И убили его через серию. Вообще классно. А, слепого. Я сказал, слепого. Он слепой еще. Да, он еще слепой, да? Да, да. То есть вообще собрали 10 10. Заправка. На сетку перешел. А мне сюда летит, что ли? Лёня, может быть? Нет? Или ты сбалуешь? Нет, я не стреляла. Откуда летела? Да хрен узнать. Тю, и всё. Ну да, ты взорвалась. Меня за сетку стреляют. Граната здесь решала на заправку. Спины. Да, я смотрю, административку не может быть там в спине. Да, их. Они так много не кидают. Ой, пыхтелка пришла, не пыхти. Вон, вижу, бегает один по зеленке. Минус один. СВД там. Где проход с забора, с территории? СВДшка. Ну где ты? Где ты, а, сука? Не обижай. Еще будто убили. Это не СВД было. Значит, там двое еще. Да, к минимум. Будем считать, что еще четверо. Сейчас я одного убил. Да, вот глушеный калаш с той стороны заправки. Попробую просмотреть его. И перейти на этот. Попробуй. За нас и уйди налево. Я хотела, да. Одного убил внутри. Это не СВД. Внутри еще один перезаряжается. У меня еще зеленки есть один. Да, у тебя СВД должна быть. У меня что-то другое. Не СВД. А я туда к тебе дал. Может быть, зашевелится. СВД внутри минус. У меня, короче, ближе к палатке, чувак. Не спеши. Вдруг он сейчас сюда стянется. Своего любила, убила, господи, любила. Это мосин, это не СВД. СВД внутри у меня был. Не П-90, это МП-9 у нее. Это оружие мало кто знает. Если я про то, что мало кто бегает с МП-9. Ой, боты, пошли в жопу. Не, нормально он такой
Ты там, да? Да, там неудобно. Не вижу тут причем еще. Ко всему, зато он меня видит. Мусорка. Аня, не умирай. Не пытаюсь. Ярко. Ты? Нет. А, кто-то подошел. Я на лайпе чиню руку. Так, у меня с насыпи подходит кто-то. Там по насыпи бегает. Я убил. Извини. Ты убил? Да. Там был? Просто кинул рандомную грену ему на ход вперед. Ты хочешь? Кепка ебаная! А, вон он где. Хожу клэпу. Ой, клэпу. Насыпи. Я бегаю. Угу, слышу. Ты тихо, замри. Кто-то от сиси к нам идет. Раненый челобот. Не убил. Убил. Нас прошел? С забором у тебя стоит. Вот это вот убил? Ты же отлетал его? Вот это? Да, да. Я его первым убил самым. Это вот тут должен быть. Вот я с его трупа вот сюда на звук кинул гранату. И где-то вот тут, во. Взорвал типа, блин. Дробаш. Какой уровень? 28 вроде. Да. Вектор 950, а МП 9 900 скорострельность. МП 9 1200 или сколько-то там. Там же 2 МП 9 есть. Ну да, скорострельность 1100. Ну. Видишь? Да, это. Тут кровь чья-то. Да? Да-да-да. Походу босс что ли какой-то ходил, кровоточил. Надо идти по следу. Да, там по кругу эта кровь разлита, так что бот, скорее всего, ходил. Не знаю, по кругу, я иду по следу, нифига не по кругу.
тут кровь заканчивается. А, нет, я не речу. Вот у меня она видит. Слушай, здесь тоже кровь. Он шел к костру. Значит, ЧВК. Нифига, это не бот. Долго шел. Не по тебе? Нет. Я у костра. Да, вот кровь. Ты там увидишь еще. А? Увидишь еще, там за дорогой к камню он подошел. Потом, видимо, захилился. Прям следопыт. А чувака не нашли. Ты вышел? Ведьмак, да-да-да. Чисто миссия в Ведьмаке. Надо реально вот им добавить перк, выслеживать типов вот так. Блин, это же будет вообще кайф. Ты прокачиваешь вот это восприятие своему персонажу и можешь так отслеживать, куда чел побежал. Если вам понравилось видео, не забывайте подписаться на канал, оставить какой-то комментарий для продвижения и почаще заглядывайте к нам на стримы.